Всем привет! Сегодня 19 мая 2021 года. Вот высокий берег возле санатория Русь. Вот этот пляж, видите, 10:30 утра. Ветерок прохладненький, на пляже никого. Вот там отдельные люди, одетые в куртках, сидят на лежаках. А никто не купается, не загорает. Вот этот мол. По набережной гуляют люди, ходят. Вот такая ситуация на 19 мая складывается. Не блещет, не блещет май и весна в Анапе. Эти такое море разных цветов. Все оттенки цветов. Тем не менее, все приезжайте, приезжайте отдыхать, покупайте билеты, наплыв большой туристов ожидается.